внимательнее, приятель. Мы засекли странное излучение со стороны нефтяного месторождения. Сходил бы ты и проверил. Шикарно. Это ж, мать ее, атомная подлодка! Иисус и Дева Мария! Против этой подлодки твоей птички не устоять! Так что слезай и займись делом сам! Пускаю ракету! Захожу. Он там! Президент Панай, ты же помер вроде как. Не забывай, я непобедим. А теперь я могу уничтожить кого угодно одним нажатием кнопки. Да? Ну, я посмотрю, как ты будешь жать на кнопки сломанными. Как видишь, мои пальцы в полном порядке. А теперь умри! Тебе меня не победить. Сын обезьяны, возвращайся к своей мамочке. Длинноногий урод! Я тебя убью!
мерзкая свинья! От тебя пахнет навозом! А думаешь, ты победил? Очень на то похоже. У меня для тебя новости. У меня тут 4 ядерных ракеты. Так что если китайцы, японцы или русские решат меня надуть, их ждет неприятно. А четвертое? А как ты думаешь? Конечно же, она направлена на мерзкую бородавку на лице земли. Америку. И за сим я откланиваюсь. Сказал, я не побит. Малыш не даст тебе взломать компьютер наведения бомб. Стреляй в него! Тебе повезло. Устрою порку. Сдеру с тебя кожу и прибью к дереву. О твоих страданиях служат легенды. Похоже, тебе придется провести много времени вместе со своей любимой. Новая цель установлена. Что ты делаешь с системой наведения? Просто кое-что поменял. Слушай, Рико, я все не могу понять, зачем ты взорвал это чертово месторождение нефти? У тебя крыша не поехала случайно? Трофей нашей маленькой революции. Это пятно грязи. Могло начать самую страшную войну. И знаешь, Шелдон, я не собираюсь умирать в пламени апокалипсиса. Лишь ради того, чтобы какой-то важный кретин в Вашингтоне поутру поехал в гору на своем джипе. Не думай, что управление этому обрадуется. Ты хоть представляешь, сколько эта нефть стоила? Вполне. Она не стоила того, чтобы за нее умирать. Да ладно, Рико. Повод как повод. Думаю, да. Да и вообще, кто им скажет? Только то, что нужно, так? Верно. Уж я-то знаю. Но что будет с Панау? Ну, нефти больше нет. И все остальные потеряли интерес. Так что остаемся только мы. Новый президент Панау будет другом США. А мы продолжим следить за своим кусочком юго-восточной Азии. Тем более, что лучший шашлык на полушарии. Вот это точно! За светлое будущее! Будем здоровы! За светлое будущее! Салют!
Постарайся ничего не сломать. Ладно, кому я это говорю?